студенческих аудиториях вновь проходят лекции. В вузах, техникумах и колледжах возобновились занятия. В Бендерском медколледже теперь учатся в две смены. Обязательное условие для студентов из Молдовы и Гагаузии – отрицательный тест на коронавирус. Колбы, пробирки, реактивы. Студенты-медики вернулись из дистанционки. Бендерский медколледж в сборе. Учатся теперь две смены. Перемену фармацевтов и медсестер в разное время. Так безопаснее. Пандемия еще не закончилась. Зато онлайн-лекции, похоже, скоро будут совсем в прошлом. Мы готовились, мы ждали этот день. Мы на протяжении последних двух недель готовили аудитории, мы готовили морально наших преподавателей. Мы неоднократно совещались, как мы будем проводить обучение с одной лишь целью, чтобы сохранить здоровье наших студентов и здоровье наших преподавателей. Учеба началась, дистанция, маски остались. Но главное, уже можно заниматься вместе в аудиториях. У четверокурсников-фармацевтов весь второй семестр – практика. Мази и микстуры дистанционно делать не научишься. Здесь руку набить надо, да и помощь друга не помешает. Мы встретились здесь же в колледже. Конечно, это буря эмоций. Все были рады видеть друг друга. Мы общались, обменивались тем, как у нас вообще проводили мы как раз вот каникулы, которые у нас были, новогодние праздники. И действительно, сегодня такие чувства, как 1 сентября. Мы очень рады, потому что все же дома не хватало этого общения целый день. В онлайн-обучении, в онлайн-форме, за телефоном, за компьютерами. Я скучала по колледжу, по преподавателям, по коллегам. Сейчас в Бендерском медколледже обучаются свыше 500 студентов. 1/3 из Гагаузии и Молдовы. Несмотря на пандемию, все приехали вовремя. Накануне еще дома сдали тесты на ковид. С собой привезли отрицательные результаты. Я когда узнала, что можно опять возвращаться в колледж, у меня было чувство радости, счастья. Я поделилась с родными, тоже хотела их обрадовать. Общение с друзьями тоже ждала, соскучилась онлайн уже, как не так интересно с ними общаться. Уже хотим пойти прогуляться в кинотеатр, куда-то посидеть. Будущая профессия Ильи – медбрат. Это не предел. На медицину у него серьезные планы. Мечтает стать хирургом. Пока изучает сестринское дело. В группе, где больше 20 девчонок, он единственный парень. Мне одному в женском коллективе намного удобнее, интереснее и комфортно себя чувствую с ними. Чувствую какую-то поддержку и то, что не понимаю, они могут объяснить. Как-никак, это медицина. Все хотел увидеть, соскучился очень сильно по ним. Литературу, русский язык, историю студенты-медики пока еще будут изучать в режиме онлайн. На занятиях в аудиториях упор сделают на спецпредметы. Особое внимание уделят практике. Пробелы в знаниях нужно восполнить как можно быстрее. Наталья Сучкова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.